Всем доброе утро! Начинаю свой очередной влог. У нас сегодня на улице, кстати, очень холодно. Не знаю, как описать словами. Вообще очень холодно. Наверное, градусов 20. Резко так похолодало. Мы сейчас с Айжанкой вышли постираться. И тут я опять увидела эту змею. Она вот сюда вот зашла, туда, глубоко куда-то. Я вот тут притащила уже кирпич. Думала, сейчас кирпичом долбану, и все. Нет, никак не можем избавиться от этой змеи. Вчера, кстати, муж везде скосил траву. Потому что говорят, что из-за травы там может быть, да, и так далее, там подобное. Нет, вот нигде травы нет, смотрите, а змея ползает, как у себя дома. Айжан, не ходи туда, я боюсь. Я боюсь змеи. Вот, везде скосил траву, все везде чистенько. Айжан, туда не ходи, пожалуйста, там змея может быть. Она вот туда прямо уползла, прямо под дрова, и никак оттуда ее не достать. Я уже сходила пока за кирпичом, а она так быстро уползла, будто знает, что я сейчас ее прибью. Вот. Кто ждал такую прохладную погоду? Вот, встречайте, да, в Башкирии у нас настали морозы. Я не люблю такую погоду. Вообще не люблю. Смотрите, какое у нас небо сегодня. Айжан все выглядывает змею. Вот такое вот небо. Надеюсь, никакого града, ничего не будет. Но по погоде обещают дожди. Да, там змейка была. Мы сейчас зачем вышли? Мы вышли постираться. Чисто постираться и домой. Я безумно боюсь, господи. Вчера топили баню. Я тут взяла вкусного угля. Сейчас подниму вам аппетит. Айжан, не ходи туда, там змея может быть. Как я люблю уголь, это не передать словами. Я вообще не знаю, как истребить эту змею, потому что я ее жуть как боюсь. Прям тряска такая начинается. Что ей нужно? У нас вроде никакой еды нет во дворе, вообще ничего нет. Выбросим. Кроме, знаете чего, лягушек. Очень много лягушек. Я заметила, вот недавно они появились, раньше их не было. Ну и птички, конечно же. Кстати, в прошлый раз захожу я в этот, в огород, где бак вот этот с водой, лежит голова мышки. И тут-то я поняла, что это вовсе не кошка ее кушала, а это была змея. Она оставляет всегда голову непоеденной. А вот эти вот остальные части тела она съедает.
Помните, вчера я замораживала малину? Смотрите, как она красиво. Одна к одной заморозилась. Вот какие красивые ягодки. Не поленимся, так сегодня опять сходим, соберем. Хотя бы вот столько же, как вчера. И заморозим, опять добавим в пакетик. Но я думаю, в пакетике будет лучше. Они же заморожены. И один к одному не приклеются. Зимой будет лакомство такое. Вот такие ягодки целенькие, одна к одной. Буду в следующий раз замораживать именно по такому принципу. Достала набор для чахохбили. Думали делать шашлычки, но голени я оставила для шашлычков, а это я буду готовить. Вряд ли. Сегодня ничего неохота мне шашлыков делать. Ничего не хочу такого. Смотрите, какие хорошие части. И немного дешевле, чем голени, например, или еще что-то. Здесь специальные такие кусочки мясные, куриные. Такие разные части. Сейчас все промою и буду думать, что готовить. Решила я курочку, куриные части обжарить с приправами, побольше чеснока, так обжарю, а потом добавлю сюда подливку, сделаю томатную, немножко. Немного, а не прям залью полностью, а вот слегка. Так, курочку обжарила, теперь добавила сюда побольше лука. У меня где-то 3 луковицы нарезала. И сейчас еще хорошо все прожарю, добавлю специи и залью томатиком с водичкой. Добавила копченой паприки. Такой аромат стал вкусный. И чеснока тушеного. О, прям вообще обалденно. Все, теперь заливаю все это томатиком с водичкой немножко. Немножко совсем. Чтоб не покрывало. Солю по вкусу и тушу под крышкой. Вот такие макарошки получились с мяском. Будем кушать. Я буду с гречкой. У меня оставалась гречка. Добавлю мясо, это порция мужа. Что-то мне кажется, я ему много макарошек наложила. Ну да ладно, тонким слоем. Подливочка. Всем приятного аппетита. Здесь сделала салатик. Огурцы сходила, нарвала. Помидорка, лук репчатый, укроп и растительное масло. Приехали мы в госаптеку получать молочку. Смотрите, здесь все еще лилии цветут. Все еще не отцвели. У нас погода немножко распогодилась, теплее стало, но ветер прохладный. Не кричи, зачем кричишь? Едем дальше на ВБ, надо заказ забрать. Забрали заказ с Wildberries. Сразу покажу, что я заказывала. Это вот такое вот сухое мороженое. В прошлый раз у меня было клубничное, в этот раз карамельное. Оно мне очень-очень понравилось. Такого уже нет на ВБ. По-моему, последнее заказали, если не привезут. Будем пробовать. Может, сегодня сделаем. Хочу попробовать карамельное мороженое. 3 пакетика. Очень выгодно получается. Один пакетик выходит очень-очень много мороженого. Тем более, здесь таких 3. Цена, по-моему, 130 рублей примерно. Плюс-минус. А мы с Айжанкой решили пойти в парк, покататься на качельке. Ой! Знаете, распогодилось хорошо так. Уф ты! Айжан, не делай так. Упадешь, очень бобо будет. Ты сегодня уже упала со стула. Тебе не хватило? Нет? Не хватило, да? Со стула сегодня грохнулась и шишку на голове заработала. Да? И теперь говоришь, не, нет, да, не хватило, Жан. Школа-гимназия для маленьких деток. Ай, Жанна, хватит падать. Начальная школа, где училась я. С 1 по 4. В этом году столько вишни, все деревья усыпаны просто. И яблок очень-очень много. Сегодня муж пришел и говорит, знаешь, говорит, где-то там, в Башкирии, где-то там побил градом. Все просто-напросто побил градом. Вот такая вот погодка. У нас, тьфу-тьфу-тьфу, град был, ну, совсем чуть-чуть. В тот день, помните? А вот это вот, как это называется, забыла. Очень ароматное. От всех хворей. Но, к сожалению, уже отцвела. А, она забыла, как называется. По-моему, по-татарски юкешечкеса, а
По-русски забыла совсем. Ой, аккуратно, Жан. Но аккуратно надо, аккуратно. Вот сейчас отсюда пойдем. Здесь, надеюсь, открыто. В тот день открыто было. Мы и так в круговую идем, в обкружку. Зашли сейчас в МФЦ, забрали справку о несудимости. Она мне нужна будет для работы. Надеюсь, в скором времени понадобится. Вот. Заказала, потому что она делается очень-очень долго. Смотрите, рябина. Месяц целый нужно ждать, пока она придет. Долгий процесс, так сказать. Смотрите, сколько яблок. Очень много. Но вообще много деревьев. Прям усыпано. Усыпано прям все.